Здравствуйте, дорогие любители годных ICO! Мы с вами продолжаем рассмотрение проекта LoliGo. Итак, какие же второстепенные особенности я выделил? Это никаких дополнительных предварительных продаж. LoliGo предлагает только токены, продаваемые во время ICO. То есть у всех цена будет одинаковая, насколько я понимаю. Еще одной особенностью LoliGo представляет собой реальный цифровой носитель, как золото, серебро или биткоин. Дальше дефляционность. Изучение LoliGo с очень хорошей перспективой может потерпевать не инфляцию, то есть уменьшение цены, а дефляцию, то есть ее увеличение. Также LoliGo — это единственный способ гарантировать справедливые и сбалансированные отношения между каким-то предпринимателем, который запускает свой проект, и инвесторами. Также LoliGo обеспечивает идеальную совместимость с кошельками Ethereum и интеллектуальными контрактами, или попросту смарт-контрактами, и предлагает гибкую функциональность. Он действует на трех основных уровнях: торговля, финансирование и услуги. Итак, что же дальше? Торговый уровень. LoliGo — это лучший выбор для майнеров. Это чистая криптовалюта, торгуемая, которая будет, точнее, торговаться на большом количестве открытых площадок. Многие услуги будут предоставляться LoliGo. Это профессиональная поддержка, например, компании ICO, потому что открыть свое ICO достаточно сложно, и LoliGo будет предоставлять какую-то помощь в этом. Я считаю это очень круто. В следующем видео мы рассмотрим другие особенности проекта. На этом все. Всем удачи. Инвестируйте свои деньги правильно.